Дорогие друзья, всем привет! Сегодня интересное такое мероприятие. Смотрите, с кем мы играем, с Дефьюзом. Дефьюз помог каналу с помощью донатика. Спасибо большое, Дефьюз, за донатик. Спасибо большое. И мы с ним сегодня поиграем. Здорово, сделай видосик по Бравлу. Попробуй на 20 минут. Я кайфую от твоего смр, и я хочу с тобой сыграть на видео. Так, спасибо большое всем, кто помогает каналу. И сегодня тематика — это продолжение прошлого видео. Я буду задавать вам психологические вопросы на разные категории. И буду внимательно следить за вами, буду внимательно смотреть, как вы будете отвечать на вопросы. Вам также будет интересно узнать свои варианты ответа, что вы предпочтете. И пока мы играем с Дефьюзом. Дефьюз, привет. Спасибо большое, бро. И сегодня каточки с Дефьюзом, Тимартусом и Пипью. Подписывайтесь на каналчик, если хотите в этот списочек, который слева, и вы обязательно в будущем попадете в этот список. Ну и давайте я возьму свои записи. Thank you.
Спасибо за донатик, Дефюз. Большое спасибо. Привет, я тебе уже донатил. Как тебе идея, чтобы я помогал тебе в осмыть? Подумай хорошо. Спасибо, друзья, за помощь каналу. Те донатики, которые не попали в это видео, значит, они попадут в следующее, потому что видео я делаю немножечко с опаздыванием, и эти донаты уже выходят. Прошлые донаты в это видео, а новые донаты попадут в следующее видео. Спасибо всем, друзья. Итак, следующие вопросы. Вы бы предпочли иметь возможность изменить прошлое или заглянуть в будущее?
Спасибо большое.